неся службу, согласно плану задания, находился в стационарном посту. Забежал гражданин, обратился с просьбой помочь сопроводить ребенка до больницы, так как ребенок истекал кровью. Мы приняли незамедлительное решение о сопровождении данного транспортного средства с родителями и с ребенком. Включив проблесковые маячки, мы сопроводили в медицинское учреждение, передали медперсоналу. Ребенок играл, пока вещи разбирали. Диван открыт, пока игрался, не усмотрели, голову разбил. Сами кровотечение остановить не смогли, весь ребенок в крови. В экстренном порядке приняли решение ехать в больницу в Матрешку. Собрались, поехали. Доехали до поста ДПС, на месте оказался экипаж сотрудников ДПС. Остановился, перебежал дорогу, обратился к сотрудникам, чтобы сопроводили до больницы. Слава Богу, что оказались на месте. Быстро, четко, оперативно собрались, сопроводили до больницы в экстренном порядке, быстро, без пробок, без всего. Довезли ребенка, слава Богу, с ребенком все хорошо. Всегда, никогда бы не подумал, что окружусь такой ситуации. Видел посты в Инстаграме, что сотрудники помогают. Как оказалось, это действительно правда. Огромная благодарность и огромное душевное спасибо.